Сбор через 15 минут. Шевелитесь! Эй, Феро, кто это? Думаю, кто-то вроде консультанта. Она видела этих самых пришельцев. Кто бы мог подумать? Я поражен. Качаемся? Давай. Эй, Васкис, тебя принимали когда-нибудь за мужчину? Нет. А тебя? Васкис? Ты супер. Я уже взял, ну, ладно, потом что-то. Чего там? Вроде неплохо. Шеф, какая задача? Это спасательная операция. Несколько дочек колонистов нуждаются в спасении от девственности. Хочешь моего? Ты будешь еще? Давай. Нет, я не хочу. А, что это за дерьмо? Кукурузная лепешка. Как раз для тебя. Да, давай. Эй, я бы хотел еще потрахаться с теми цыпочками с Арктура. Помнишь? Еще. Да, но твоя цыпочка была бы мужиком. С арктурианцами это не важно. Эй, Бишоп, покажи фокус. О, боже. Да ладно, давай. Покажи нас. Отлично, давай. Вот здорово. Да брось ты, это же супер! Эй, ты что делаешь? Ты чего? Перестань валять дурака, Андрей, хватит! Бишоп, эй, хватит! На мне не надо! Эй, хватит валять дурака! Доверься мне. Спасибо. Вот это да. Ну что? Теперь можешь поесть. Мне было не смешно.